Глубоко уважаемый Никита Вячеславович, я здесь. Ты еще маленький, а уже на девчонку смотришь. Я хочу вручить тебе вот эту замечательную. Смотри, какие машинки нарисованы. Приходи сюда. Приходи, мы тебя научим управлять такими машинками. Свою путевку в новый детский сад номер 174 «Росинка» из рук губернатора также получили юные Виктория Дмитриевна, Карина Радиковна, Даниил Ярославович и еще несколько малышей. А вот ребята постарше подарили главе региона большой вкусный торт и портрет, где изображен сам Сергей Морозов. Подарки пришлись кстати. 6 сентября губернатор отмечает свой день рождения. Обмен сюрпризами развернулся на дне открытых дверей детского сада. Я хочу, завершая, призвать вас к одному. Чтобы вы не только любили свою страну, гордились своей страной, не только любили нашу замечательную область и гордились нашим регионом, не только были преданы нашему великому прославленному городу Симбирску-Ульяновску, но и всегда думали о своей семье. «Росинка» – это второй корпус Ульяновского центра развития ребенка. Дошкольное учреждение на 280 мест расположилось в молодом развивающемся микрорайоне Центральный в Заволжье. Первый корпус центра функционирует также в левобережной части города. Выбирая концепцию развития детского сада, мы оттолкнулись от того, что в городе Ульяновске традиционно всегда было очень много военных. Военные – это самая романтичная, очень отважная профессия. И мы решили развивать в детях гражданские патриотические чувства путем ознакомления с профессиями военнослужащих. Концепция воспитания юных патриотов в детском саду будет реализовываться по четырем основным направлениям. Программа «Крепость на Симбирской горе» познакомит ребятишек с историей возникновения нашего края. Второе направление носит название «Есть такая профессия – Родину защищать». Третье течение нацелено на физическую подготовку, а на четвертом – более детально и красочно мальчики и девочки изучат военные профессии. Штат «Росинки» укомплектован. В 14 группах будут работать 28 воспитателей. Все продумано до мелочей. Начиная от дизайна, заканчивая инфраструктурой. На каждую группу имеется своя детская развивающая площадка. Здесь дизайн очень красивые окна. Здесь очень много помещений для ведения дополнительных образовательных услуг. Это кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната, физкультурный зал, малый спортивный зал, музыкальный зал, кабинет по обучению грамоте, английскому языку, изобразительная студия. В 2020 году в этот детский сад пойдет маленький Семен, сейчас ему полгодика. Пока он не может сказать, кем хочет стать, когда вырастет. Зато его мама Надежда уверена, что их с мужем первенец будет хорошим человеком. Мне понравилось очень заведующий этого детского сада. Очень садик развит, всякие лего-центры есть, солевые пещеры. То есть в других детских садах еще этого нет, это нано какие-то. Естественно, к своего ребенка хочется отдать в более развитый детский сад. А трехлетняя Мирослава уже определилась в будущей профессии и вот-вот готовится переступить порог детского сада. Вы вчера где с мамой были? В больнице. Где? В больнице. В больнице. И кем ты хотела стать? Хочешь? Доктором. Доктором. Мы живем рядом на Тюленева 44. Вот. Садик, да, он яркий. То есть весь этап строительства мы наблюдали с окна. Мы ждали, что пойдем в новый садик. Новые игрушки. «Росинку» в общей сложности строили полтора года. Сейчас дошкольному учреждению остается пройти экспертизу и процедуру лицензирования. В полной мере детский сад заработает через несколько месяцев. Рената Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.